Здравствуйте, снимаю видеообзор на швейную машинку Privilege 865. Да, 865. Вот так она по кузову выглядит. Небольшие жирные пятна. Вот кузов внешка. Небольшая трещина по корпусу, но фиксированная. Никуда не расходится, ничего, видать, уронили. Вот, а так в основном она целая. Тут у нее педалька в комплекте идет. Один провод идет на педаль, другой вот в розетку. Так, ну что я вам могу показать-то? Я ей даже пользоваться-то особо не умею. Ну, шьет. Вот. Им пользоваться-то я еще бы разобрался. А. Так, переключатели булочки. Ага, понятно. Это такое, я вообще не пойму. Я даже не знаю, что это такое. О, простите, я просто не особо пользовался в своей жизни швейными машинками. Вот. Это строчка, наверное, какая-то. Химнитина.
В любом случае она исправна. Если какие-то дополнительные пожелания у вас будут к видеообзору, ну, скиньте повторный с указанием того, что вам нужно. Либо позвоните непосредственно на филиал.